Бариста из Сеула рисует на кофейные пенки копии мировых шедевров. При помощи съедобных красителей 26-летний Ли Кангбин воссоздал «Звездную ночь» Винсента Ван Гога, «Крик» Эдварда Мунка и другие произведения известных художников. Интересно, что Ли никогда не учился рисованию. На создание одной работы, по его словам, может уйти около часа. Поэтому, чтобы угоститься эксклюзивным кофе, его нужно заказывать заранее. Так как рисовать на пенке требует много времени, Ли решил художественно оформлять только холодные напитки. Тем более, что летом айс кофе пользуется большим спросом. Я служил в пограничном подразделении. В то время я хотел открыть кофейню в лагере, и командир отряда разрешил мне это сделать. Было очень интересно. К тому же, после того, как я демобилизовался, в армии начали нанимать солдат на позицию баристы.